Так, ну это был интересный эксперимент. А также здравствуйте. Это финальный уровень этих аренных игр. Этих ребят можно застрелить, на самом деле, через эти лазерные решетки. И это последняя арена, она в стиле планеты Клиров. Как я всегда любил думать, разработчики извиняются, что... Планеты Клиров было не так много, как всех остальных планет, я имею в виду уровней. И они такие вот, ну, вот, соленчики, держите еще кусочек. Не знаю, насколько любима именно планета Клиров игроками, но тем не менее, мне она нравилась статически. Здесь все достаточно просто. Нам нужно пробежать опять через несколько ворот. Убивать плохих ребят. И все будет хорошо. Ничего сложного здесь нет. Единственное, вот конкретно вот в этом месте можно очень быстро опустошить дробовик и остаться только с пистолетами. Другого оружия здесь не дают. Поэтому нужно слить за боеприпасами. Давайте вот как раз таки камикадзе поубиваем с пистолетов, потому что они достаточно просто убиваются. Нет, здесь нужен дробовик. Отлично. Даже с запасом осталось еще 7 выстрелов. Здесь мы можем пополнить боезапас. И тут очень немножко времени дается, потому что ворота уже буквально вот здесь. А тут будет очень много летучек. Это была неплохая граната. Я хотел убить их всех, но да ладно. И вот это буквально финальные ворота, нам нужно просто убить этого паренька и пройти в них, и уровень закончен. Давайте, пока время не закончится, попробуем поубивать как можно больше летучек. Думаю, достаточно. И, собственно, все. Следующий уровень будет нормальным, сервисовским уровнем, то есть обычным, без вот таких вот механик и ограничений. Это был достаточно интересный эксперимент со стороны разработчиков. Такие небольшие игры, типа там «Бегущего человека» и так далее, там сами поймали, там заставили участвовать в их ТВ-шоу и так далее. Это забавно. И сами по себе уровни веселые, ненапряжные, быстро проходятся, с зажигательным саундтреком. Здесь все отлично. И у нас осталось только 2 уровня, что тоже отлично. То есть вот следующий и финальный. Да-да. И мы закончим с Сириусом 2. Наконец. Вот, да, тем не менее, спасибо большое за просмотр и всего доброго.